Приветствую на канале OMZAP. Сегодня у нас Kia Sorento 2.4 бензин. Клиент обратился с посторонним звуком из двигателя на холодную и на малых оборотах двигателя. В результате диагностики выяснилось, что заклинило муфты генератора. Будем снимать генератор и менять шкив. Сначала ремень сняли для диагностики. Блин, очень тут все. Все равно получается два, один натяжитель, один болт, да? Ну как бы два болта. Ослаблю, вытащу и покажу. Отворачиваем трубку кондиционера, да? Да, чтобы вытащить болт верхнее крепление генератора. В основном все делается на ощупь. Ну, либо много разбирать. Ну да, защиты снимать все там, снизу разбирать. В общем, здесь только болт. Ну вот так можно сделать только на рестайлинговом. На дорестайлинге здесь гидроусилитель стоит. А здесь электролитер, да? Да. Так, ну и вот он наш пациент, заклинивший муфту. Да? Так, Костян говорил, у него есть съемник. Теперь с помощью специнструмента откручиваем сам шкив. Готово. Вот она, муфта заклинившая. Здесь должен в одну сторону проворачиваться, в другую нет. Здесь стоит намертво. Ну и вот разница между новой и старой. Вот старая жестко стоит. И вот новая. То есть вот крутится в одну сторону, в другую не крутится. А в эту крутится. Отсюда был и звук ремня. Так что все ставим обратно и собираем. Перед установкой желательно смазать нижний кронштейн, ну, чтобы просто легче установился генератор на свое место. Потому что алюминий окисленный, тяжело залазить. Ну и в обратном порядке. Так, пока у нас генератор не стоит на своем месте, прикручиваем силовой кабель. Потому что потом будет неудобно его прикручивать. Так, затянем потом. Но тут только молотком. Оттянуть может, ты закинешь. А ты оттянешь? Давай. Итак, генератор установлен на место, установлен ремень, разъемы подключены, подключаем клемму и запускаем двигатель. Thank you.
Итак, автомобиль готов. Значит, при наличии специнструмента и определенной сноровки работа занимает не больше получаса. Приезжайте, отремонтируем. Все, всем пока.